Повод жаловаться на таксистов есть и у жителей Чили. Там водители устроили забастовку и парализовали работу крупнейшего в стране аэропорта Сантьяго. Таксисты выступают против работы мобильных сервисов для подачи машин. Тарифы у последних ниже, потому и клиентов больше. Из-за стачки в городе образовалась многокилометровая пробка. Сотни пассажиров вынуждены были добираться до терминала пешком. Авиакомпаниям пришлось задержать рейсы. Акцию протеста в итоге разогнали, 15 таксистов были задержаны. Но вопрос так и не остался не урегулирован. То, что произошло сегодня утром, нанесло ущерб имиджу Чили, имиджу авиакомпаний, туристам. Из-за этих протестов погиб человек, гражданин Бразилии. Все это неприемлемо.